Ай-ай! Скоро нас всех тут убьют. Тебе не жить! Они в безопасности, Сабал. Твой отец гордился бы тобой. Это все, он создал Золотой Путь, пожалуйста, чтобы помочь своему народу. На помощь! Я приехал сюда не ради всего этого. Ты все равно помогаешь, брат. Прошу. Посмотри, как много ты сделал. Это непросто. Но помоги Золотому Пути, и это поможет тебе добраться до Лакшманы. Мы найдем ее вместе. Спасибо. Пожар! Тащите воду! Что ты делаешь? Это Амида. Я знаю, что Сабал подбил тебя освобождать заложников вместо аванпоста. Ничего. Ты новичок, а Сабал может быть настойчив. Я сделал, что мне сказали. Ты молодец. Но смотри на вещи шире. Я уже все подготовила к атаке на аванпост. А теперь часть моих бойцов вынуждена защищать заложников. От чего? На помощь! От Пола. Помогите! Мы отняли у него игрушки. Ты не понимаешь? У нас был план. Теперь он рухнул. Пока не разберемся с Деплером, мы связаны. А у солдат на аванпосте полно времени, чтобы подготовиться. Я им помешаю. Напасть на аванпост в одиночку – самоубийство. Подожди, мы выделим тебе подкрепление. Я справлюсь, Амита. Аджай, не... Аджай, Аджай, Аджай! Что? Ничего, просто связь проверяю.